Если долго ехать по велодорожке от поляны Аблайхана, вот по этой велодорожке, или идти также по пешеходной, то вы приедете до водопадов. Сейчас покажу, какие здесь водопады. Обалденный вид, классный, просто супер. Колечки, лебеди. Ну, тут правда красиво, есть куда ходить молодежи. Ты тоже что ли босиком хочешь залезть? Вода холодная. Все, набрали железо и йода. Ясненько, чем вы тут занимаетесь? Вот такой маленький водопад здесь. Сюда много туристов ходит. Все умываются. Наверное, даже пьют. Потому что вода чистейшая, холоднючая, классная. И красивое место для фоток, для селфи и для всего. Так что приезжайте сюда. Наслаждайтесь видами. Всем пока!